Харис. Чуть-чуть вниз, чтобы вы не помешали. Да, да. Я туда уже. Да, да. Да. Пьё, давай через пьё. Так, что-то вот сейчас. Хоу. Вы готовы? Красота, там есть звука, нет. На бортах сидит. Нормально, пойдет. Никогда так комфортно не сидят. Внизу у нас ущелье, как называется? Это Арагунское ущелье. Арагунское ущелье. С той стороны черная. Ну она сейчас мутная. Внизу нас населенный пункт Гадаури. Горнолыжный курорт. В следующем году приедем сюда. Да, 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 обязательно, да. В марте лучше лететь или когда? Ну, короче, самый хороший февраль. Февраль? Да, снег очень пушистый. И по поляковому можно хорошо попасть. А в марте? В марте тоже нормально. Я люблю в марте, чтобы и тепло, и... О, тепло, да. В марте тепло, да. Ну расскажи что-нибудь. Ну что рассказать, вот туда. Вот видишь, какой водопад красивый. Где? Вот водопад вперед, видишь? Во, во. Сейчас долетим до туды. Ты сам откуда? С Урала. С Урала. О, далеко. Уральские горы. Да, далеко. Впервые в Грузии? В Грузии, да. Красиво у вас. И кормят вкусно. Да, насчет корма. Правильно. Такой пикает. А, это рация. Ветер зависит все от ветра. Понятно. Когда хороший ветер, сразу поднимаешься. А когда штиль называется, короче, когда ветра не дует, тогда надо бежать очень долго. Где мы сядем? Yeah.
Красота неописуемая. Вон еще один. Приближать никак? Чего? Не приближает? Не, брат, нет. В кадре будет видно. Вниз камеру, брат. Здорово, уральские пацаны. Вот это мой напарник. Правый пилот. Вот на эту полянку мы сейчас сядем. После приземления я ноги опускаю. Да, после, да. То есть как ты коснулся? Как? Да, сейчас можешь поднять ноги, братан. Так, молодец. Вот. Опа. Отлично. Никогда так не садился. Я на крыльях и не прыгал ни разу. Да. Ну, брат, поздравляю тебя с днем рождения. И счастливо всегда, чтобы был. Дай Бог тебе здоровья. Пока. Счастливого отдыха.